По замыслу учений террористы заминировали 3 газораспределительные установки Касимовского управления подземного хранения газа. Предметы, похожие на самодельные взрывные устройства, обнаружила охрана предприятия. Прилегающая территория была оцеплена. На место незамедлительно выдвинулась группировка оперативного штаба. Прибывшие на место взрывотехники определили типы взрывных устройств и приступили к разминированию. В зависимости от вида устройства применялись различные приборы и инструменты для обезвреживания. Сами условные террористы были заблокированы в лесном массиве и нейтрализованы. Брошенный ими автомобиль обследовали на предмет наличия в нем взрывных устройств и взрывчатых веществ. Первичный осмотр осуществлялся служебной собакой, которая указала, что в машине есть взрывчатые вещества. После чего к работе приступил сапер. Он осмотрел автомобиль внешне, после чего вскрыл его специальным устройством. В салоне был обнаружен пакет со взрывчатым веществом. Для нейтрализации возможных вредных последствий применения взрывного устройства задействовали силы и средства Главного управления МЧС. Учение продемонстрировало готовность группировки оперативного штаба в Рязанской области, включающей в себя сотрудников территориальных подразделений ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета, военнослужащих Рязанского гарнизона к пресечению акта терроризма.